электр энергиясын экспорттоочу эмес, импорттогон өлкөгө айланып калыптырбыз. Ушул тапта Казакстан менен Өзбекстандан алып жатабыз. Бул кыргызстандыктар үчүн өтө уят көрүнүш. Энергетика тармагын сактап калууга тийишпиз. Аны сактап калуу үчүн көптөн бери топтолуп, бирок чечилбей келген көйгөйлөрдү чечүүнү ниет кылып, биз чечкиндүү аракеттердин баарына барууга даярбыз. Энергетическая отрасль республики после развала Советского Союза ничего не потеряла, но и положительных изменений тоже не дождались. То есть оборудование не обновлялось, малые ГЭСы не строили, а потребление электроэнергии с каждым годом только увеличивалось. А долг энергосектора составил 1,5 миллиарда долларов. Президент Садыр Жапаров во время вступления в должность отметил, что в кратчайшие сроки необходимо реализовать крупные проекты по строительству Камбаратинской, Сары-Джазской ГЭС Верхненарынского каскада. Для чего необходимо в кратчайшие сроки реализовать крупные проекты Камбаратинский, Сары-Джазский ГЭС Верхненарынского каскада? Считаю своим долгом сохранить верность заветам наших предков, таких как Доломби, Бирназарби, показавших пример священного отношения к родной земле. Сохранение сплоченности народа. Безусловно, вопросы энергетического сотрудничества обсуждались почти на каждых международных встречах на высших уровнях. Были заключены договоры о сотрудничестве, например, с Казахстаном, об импорте электрической энергии. Речь идет о предоставлении нам 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Кыргызстан же, в свою очередь, такой же объем электроэнергии вернет Казахстану в течение 3 лет. Соглашения были подписаны и с Россией, Узбекистаном и другими странами. Также успехами в энергетической отрасли можно считать реализацию проекта «Касса-1000», в рамках которой запланирована модернизация электросетевого комплекса, строительство новых подстанций и высоковольтных линий электропередачи. Это позволит Кыргызстану и Таджикистану в летнее время, когда уровень потребления низкий, экспортировать электроэнергию в Пакистан и Афганистан. В рамках этой реализации этого проекта основные электрические станции, которые вырабатывают электроэнергию, и наша компания, Национальная электрическая сеть Кыргызстана, которая является передающей компанией, получат в течение 15 лет, которые прописаны в генеральном соглашении, электрические станции порядка 1,2 миллиарда долларов США, и наша компания порядка 320 миллионов долларов США. То есть, о чем это говорит? Те средства, которые будут затрачены на строительство объектов в рамках данного проекта, они полностью себя покроют. В общей сложности в рамках проекта «Касса-1000» необходимо проложить 1400 линий электропередачи. 455 километров будут проложены на территории Кыргызстана. Линия протянется через Джалалабадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном. По большей части маршрут линии электропередачи пересекает малонаселенные районы областей, проходя приблизительно через 25 населенных пунктов. Первые шаги для решения проблем в энергосекторе и дальнейшего его развития должны были быть радикальными. То есть необходимо существенное повышение цен и массовое строительство малых ГЭС. Однако власти Кыргызстана, учитывая экономическое и социальное положение граждан страны, не пошли на повышение тарифов. Напротив, для малообеспеченных семей цены стали ниже и составили 50 тынов. А что касается малых ГЭС, дело сдвинулось с мертвой точки. Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство Баласарусской гидроэлектростанции, подчеркнув, что государство уделяет особое внимание развитию энергетики, поскольку это основа экономики и одна из ключевых отраслей, способствующих улучшению условий жизни кыргызстанцев. Наша главная задача – строить новые гидроэлектростанции и развивать экономику, сохраняя при этом окружающую среду для будущих поколений. Обеспечение энергетикой, независимости и безопасности – одна из главных целей на сегодня. В настоящее время особое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии, в том числе строительству малых гидроэлектростанций. Конечно, отрадно, что малые ГЭС строятся в регионах страны усилиями наших патриотичных и опытных граждан, которые вносят свой вклад в развитие данной отрасли. Yeah.
Также глава государства запустил высоковольтную подстанцию на 110 и 10 кВт Алтын-Казык недалеко от Бишкека. Ввод в эксплуатацию подстанции улучшит качество электроснабжения жил массивов Дордо, Енисай, Дордой-2, Тендик, Келечек, Мурас-Ордо и других населенных пунктов, а также промышленных и коммерческих объектов, действующих на этих территориях. На сегодняшний день улучшению и развитию энергосистемы страны уделяется особое внимание. В дальнейшем планируется строительство ГЭС на территории Кировского водохранилища, а для создания достойных условий для энергетиков планируется строительство жилого дома для них. Чтобы удержать наших кадров, которые мы воспитываем, каждый день работаем, они опыт набирают, надо им построить жилье. Жилье будет предоставлено по льготной цене, без никаких процентов, где-то в районе 350-300 долларов, я думаю, будет за квадратный метр. Потому что монтаж, мы будем сами делать монтаж электричества, внутренний монтаж. Плюс земля наша, вот за счет вот этого у нас удешевление будет этого проекта. И все эти моменты мы будем вот в этом году будем начинать. Несмотря на сложности в энергосекторе, веерных отключений в стране не было. Однако гражданам нужно экономить электричество и отапливать дома альтернативными видами топлива. Сейчас в Кыргызстане наблюдается маловодье, но проблемы с энергетикой сегодня наблюдаются во всем мире, рассказывают эксперты. Надо ли все здания подключать к электрической энергии? Почему так получается, что все подключают электрической энергии для отопления? Потому что тариф очень низкий. Надо с этого тоже надо исходить. Если бы тариф был бы такие, как, скажем, в соседних республиках, то никто бы не пошел, чтобы он отапливал свое здание электрической энергией. Он бы думал, то ли углем, то ли газом и так далее. Uh-huh. То есть этот вопрос многие годы не решается. Вопрос тарифной политики. Энергетическая отрасль страны сейчас начала делать существенные шаги в сторону развития. Подобного за 30-летнюю историю независимости, пожалуй, не было. Энергетики рассказывают, что отрасли сейчас нужны существенные вливания. Для этого создаются все необходимые условия для инвесторов. В первую очередь это уменьшение срока окупаемости с 20 лет до 6-7 лет. Дастан Гасканов, Искандер Кулбеков, АЛАТО 24. Итоги недели.